23 июня состоялся семинар об актуальных программах господдержки для действующих и молодых ученых, аспирантов и студентов КФУ. Организатором мероприятия стало общество с ограниченной ответственностью «Топ-Грант». Мы же со своей стороны, как компания, занимаемся консультированием предпринимателей и ученых по данному вопросу уже несколько лет и всю необходимую базу имеем. Поэтому выступили с инициативой прийти к ученым и рассказать им об этом быстрее, чем появится данная база.